Так, ребятки, всем доброе утро. И еще раз напоминаю, что круглосуточная стоянка стоит всего лишь 300 рублей. Даже дешевле, чем лежак. Не ругайся на меня тут, собачка. Показываю про тебя. 300 рублей и прям рядышком с морем. Вот отель Бристоль, столовая высокое качество. Все рядышком. Тут и пицца рядышком, все рядышком. Я, чтобы вы знали, спрашивал кто-то меня про парковочку. Все рядышком. Третий раз скажу я. О, пицца в ассортименте, смотри, цены появились. Я не видел их, что-то не обращал раньше внимания. Пожалуйста. Ветчина, грибы, гавайская, охотничья, 5 сыров, морская, хачапури. Кстати, часто спрашивают хачапури по-аджарски. Вот вам, пожалуйста, лодочка. Вроде такая она и есть. Шашлык, машлык, шаурма, салаты, цезарь, фритюр, соусы. Вот, думаю, что есть смысл прогуляться, попробовать пиццу. Идем на салют. Вижу, с моря идем. Да, вижу, что ты с моря идешь, здоров. А я вот на море не пошел. Не успеваю. Погодка, как видите сами, очень даже ничего. Солнце светит. Хорошо. Тепло. Я вам даже скажу, что с утреца пораньше, когда температура где-то 25-26 градусов. Вот смотрите, какой летательный аппарат. Очень даже комфортно. Дышится так хорошо. Ощущаешь себя. Здесь уже тоже будет, кстати, живая музыка, пожалуйста, с 18 часов. Стейки, осетрина, все на свете. Шоу-программа. Гастробар Гвоздика. Ну, я здесь, видите, все время хожу в дневные часы и утренние. Так, столовая салют, давайте еще раз вам покажу, коль уж я. Прогуливаюсь. Я тут давненько не показывал вот именно цены в этой столовой. У них баннер уже давно висит хороший. Запоминайте. Не скажу я, дорого это или дешево. Ну, столовинка, как столовая, такая чистенькая, симпатичненькая. Сам не ел. Не ел. Тут же, прямо на пляже, можно легко рассмотреть цены столовой Бристоль. Не отходя, как говорится, от моря. Такой какой-то утренний обзор получился с элементами цен. Ну что хотели, будем обновлять вам их в памяти потихонечку, а потом мы до моря доберемся. Ну, я тут даже задержался, скажу я вам, с ценами-то много. Выбор велик. Итак, пляж салют, море. На пляже салют. Катера уже вышли в море. Смотрите, сколько всяких водорослей принесло оно. Море, я имею в виду. С утреца легкое волнение, такое не сильное, не страшное. Купаться очень даже ничего. Ноги помочить точно можно. Кто-то там плавает уже вдалеке. Водоплавающие уже прибывают. А я пошел магазин открывать. Сегодня, как видите, суббота. А я с утреца в Лазаревском. Это значит, что я сегодня остался на хозяйстве. Мы, кстати, уже с вами на пляже Калипсо. Справа Гавана-клуб. Для всех, кто скучает по Кубе. А слева Красный дракон. Двухголовый. Третью, видать, отсекли. Парни привезли тюки. Вот такое вот утро в Лазаревском. Сейчас мы, кстати, выйдем туда, прям к самому центральному. Во всяком случае, для меня самому центральному пляжу. Лазаревский 2, ну и Калипсо, северная часть. О, волна он получше стала, получше несколько. Все прыгают на волнах, надо будет тоже как-нибудь прийти, может быть, с морской камерой попрыгать. Понравилось вам вот это вот вчерашние коротенькие ролики? Пребывание в воде на море. Без моей болтовни. Делитесь в комментариях. Если да, то будем продолжать что-то нечто подобное делать. Ну, уже, наверное, на других пляжах. Ой, блин, мне сегодня еще телевизор новый идти покупать. Еще один. Помер смерти храбрых. Поэтому, наверное, зайдем как раз на морскую звезду. Итак, здесь обычно я начинаю. А в этот раз закончу наш утренний обзорчик. Как видите, трудящиеся уже на пляже. И стар, и млад, как говорится. Всем доброе утро, всем пока. А то ролик уже получился тут не коротенький утренний обзор, а полноценный рулетище. Всем пока, до новых встреч в эфире. Приходите, купайтесь. Но море не самое чистое сейчас, не самое. Буду откровенен с вами. Непрозрачное. А солнце такое же теплое. Греет и греет, греет и греет. Все, всем пока. Цена лежака 400 рублей. Все равно спрашивают, вам показываешь, не показываешь. Все равно никто не смотрит, да? Смотрят все. Знаю. Всем пока.